Представляем новую модель от компании Balaton Model. Это модель в 48 масштабе, автомобиль Урал 4320, заправщик ТЗ-5. Такая достаточно объемная коробка. Внутри, помимо пенопласта, мы видим несколько пакетов с деталями смолы, также травление. Все запаковано достаточно аккуратно. В общей сложности получается 4 пакетика, включая травление. Значит, в первом пакетике декаль, вариант остекления, ну, пленочка остекления, напечатана HAT Models. Соответственно, можно воспроизвести как вариант Советской армии, так ГДР и стран Варшавского договора. Вот имеется травление аккуратное. Надпись, что сделана она в Болгарии. Что представляет из себя сам набор? Сейчас посмотрим. Самый объемный литник – это рама, колеса и бочка. Ну, собственно, бочка. Вот, литник в той части, которая будет касаться кабины. Колеса сделаны по технологии 3D. Как вы видите, на них имеются надписи. Вот они таким образом выглядят. Ну и запасочка. Рама. Ну, как мы видим, это детали двигателя. Нижний картер двигателя, да. Так. В втором пакетике у нас сразу цело отлито, отлито аккуратненько, без каких-либо дефектов. Вы знаете, я, по-моему, ошибся, и это как раз передняя, наверное, часть, а это задняя. Позволяет ее сделать, по всей видимости, открытой. Ну, надо посмотреть инструкцию, я могу и заблуждаться. Сиденье сделано. Отличные поручни.
крылья, двери. Двери, видите, изнутри проработаны достаточно детально. Выхлопная труба.